Стрелять больше не будут. Отлов безнадзорных животных и животных, попавших в трудную ситуацию, теперь будет гуманным. В Тамбовской области появилась первая автомобильная скорая «Зоопомощь на колесах». Благотворительная программа помощи бездомным животным получила поддержку администрации Тамбовской области и фонда «В будущее». Полученные деньги направлены на покупку транспортного средства, оборудованного для транспортировки и оказания первой медицинской помощи безнадзорным животным. Мы друг друга можем сегодня поздравить. У нас на той неделе приняли закон в Тамбовской области о безнадзорных животных. Это очень важно. Мы идем впереди планеты всей. Поверьте мне, в России нет фактически законов, а в Тамбовской области уже появился закон о безнадзорных животных. Первая зооскорая даст шанс не только спасти беззащитных животных, оставленных беспечными хозяевами в трудной ситуации, но и предоставит возможность по транспортировке до ветеринарных клиник или приюта. А также поможет в поиске хозяина и в устройстве животных в добрые руки. Жители Тамбовой области могут найти интересующую информацию на сайте благотворительного фонда имени Савенкова и Центра помощи бездомным животным «Доброе сердце».